Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Sacred 3, продолжаем проходить эту игру. В принципе, сейчас мы будем зачищать какие-то арены, какие-то пещеры, как бы дополнительные задания. Вот что я заметил, ребята, смотрите. Еще раз посмотрите, когда атака идет. Какие-то желтые сферы такие летают. Это как бы дальность, наверное, повышает урона. Так как вот я сейчас смотрю на пушку, а она светится каким-то таким черным, что-то там переливается иногда. Во. Вот как бы, наверное, дальность больше идет. Поэтому давайте сейчас проверим. Нужно зачистить эту... Нужно зачистить эту пещеру. Давайте сейчас проверим. Не будем близко к ним подходить, а вот так сдалека. Вот. Не знаю, что это такое, но ну, что-то такое. Может, крит больше, что-то такое. Сейчас. Ай, казнить! Да... На! Я, ребята, еще громкость убавил. Я думаю, так, в принципе, нормально. То, что вы, ребята, спросите, наверное... Ну, в принципе, не то, что, наверное. Почему я еще убавил громкость? А потому что... Не потому что, почему я убавил громкость, твою ж, что-то я вообще запутался. Почему я решил проходить вот эти арены, вот эти дополнительные задания. Вот, дополнительные задания сейчас, это победите всех врагов. То есть это как бы не обязательно, но обязательно, чтобы дальше проходить игру. Потому что, чтобы пойти на следующие задания, нам нужен 7-й уровень. Нам нужен 7-й уровень, а у меня только 6-й. То есть нам нужно дойти до 7-го уровня, чтобы начать проходить новое задание. Так, отлично, куча бабла. Сейчас нам куда? Что-то я не понял. Ну, тут мы сохранились, да? А, все! Вот такое простенькое. Ну, как бы, да, я говорю, ребята, дополнительное задание. Подтвердить. Немного опыта, конечно, но зато нормально бабла. Так, сейчас, вот видите, вот сюда мы не можем пойти. Как бы мы вот это прошли, да, тюрьму, но сюда мы не можем пойти, потому что нужен 7-й уровень. Что нам тогда пройти? Давайте вот это. Катакомбы. Это арена вроде. Убейте и, кажется, они какую-то реликвию... Что-то такое. Да, 5 волн нужно отбить. Давайте, в принципе. Я не думаю, что... В принципе, мы уже одну арену прошли. Так, да, сейчас еще вот эту пройдем. Так, так. Ай! Убегнули. Казнить? Бам! Ну, что там? Еще не прошли. О, для чего нужны арены, так как на арене действительно куча бабла, зарабатываешь кучу бабла. Да и опыта, в принципе, тоже, так как куча монстров, да, бегут на тебе. Ну чё там? Охренеть, сколько вас тут, ребята. Охренеть. Казнить? Так. На тебе, казнить. Отлично. Еще куча бабла. Так. Собираем. Ну что, давайте, ребята, давайте побыстрее. Ну, кто там бежит? Ух ты! Это что такое? Казнить? Бам! Казнить? Бам! Отлично! Давайте! Кучечка большая! Давайте еще больше бабла, ребятки.
уже где-то 200 насобирали, хотя, не, может чуть-чуть меньше, но нам бы главное 7 уровень, чтобы хотя бы миссию начать проходить. Так, без 7 уровня не сможем. Вот так, казнить? Бам. Казнить? Бам! О! Собираем, собираем. Все, собрали все, по идее. Давайте последнюю. Последняя волна. Босс. Ну, конечно, босс. Последняя волна всегда босс. Ай! Капут, сколько вас прет, ребята. Ну давай, ты с ума истили, кто ты там? Ай! Нет, не знаю, опять ты свои приемчики. Давай, давай, давай. Убей. Давай, ну я думаю, что если мы его убьем, то уровень мы все-таки получим. Так, эти приемы его. Да ты че прикалывайся. Так, нужно его убить. Ага, сейчас не попал. Давай, давай, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Да вы что, прикалываетесь? Мы даже 7 уровень не взяли. Почти 7. И что нам сейчас делать? Там вроде, походу, даже арен больше нету, как я заметил. Я не узнаю, ребята, я не знаю, честное слово. Я думал, сейчас вот это мы пройдем и возьмем 7 уровень. Тут даже и сундуков никаких нету. А, ну чё, ладно, давайте. Выбираемся отсюда. Забытые катакомбы. Ну давай, 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 побыстрее немного. Ах, капуста, действительно нам 40 опыта не хватает. Вот, еще одно есть. Еще одно есть. Да, в принципе, тут еще одно есть. Давайте. Давайте, в принципе, сейчас это такая, ребята. Сейчас мы попроходим вот эти все арены, все вот эти катакомбы, чтобы уровень набить, чтобы денежки пособирать. Ну, это не очень. Это не очень так долго. Зато уже хотя бы 7 уровень будем. Зато хотя бы будем уже 7 уровень. Я так и знал, что это что-то там высунется. Давай, 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 давай. На тебе. Ай. Ай. Во, наконец-то новый уровень. Казнить? Так, тут мы всех поубивали. Нет, не всех. Вот. Так. Stay focused. Ну давайте, давайте. Зато уже, в принципе, отлично, что мы уже хотя бы 7 уровень. Уже можно миссию начинать. Проходить! Охренеть, как мы его почти что быстро убили. Куда бы тебе кинуть?
Итак, еще одна зарубка на поясе. О, это, сейчас, секундочку. А как... Значит... А, все, понял. Так. Опять куча... Хотя нет, не такая уж куча. А сейчас нам... А куда нам сейчас идти? Что-то я не понял, если честно. Куда нам идти? Все? Вот только вот это? А, ну в принципе да, я что-то опять забыл, что это как арена или вот такие мини-миссии. Тут быстро все это заканчивается. Вот, открыли главный сундук и идем назад. Фу! Покой госпожи! Госпожи! Госпожи, ух ты! Ну что, давайте дальше, там еще одна арена осталась. Давайте пройдем еще... Да, мы уже можем в новый город идти, но все же давайте пройдем еще одну арену, пускай будет. Федрельский. Вот капут, Федрельский. Санты-Федрельский лес. Careful. Be prepared for anything. Федрельский, мы... Ребята, мы в Федрельском лесу. Федрельский лес очень опасный лес. Там водятся куча федрелей. Федрельчики, давайте как вам на вам федрели. Еще нам вам на вам федрели. Казнь. А, не успели. Казнить вам. Can you just put me away somewhere safe and forget you ever saw me? Дракон. Так. Победите всех врагов. Ну чё ты там коломучишь? На тебе. Вот вы прёте, да прёте. Бам! А, это тоже уже сундук. То есть нам нужно вот этих всех победить, и все. Так. Так. Казнить? Бам! One for the resistance. О, еще одна защитная аура. Куча опять там бабла. Собираем, конечно же. 100, в принципе, за такие миссии по 200 бабла идет где-то. Это нормально. Даже больше, чем 200. Федрельский лес! Мы были в Федрельском лесу. Ну чё, давай, в принципе, там больше уже и нет никаких арен. Вот это следующая миссия, но это сейчас мы, ребят, проходить не будем. Давайте-ка мы, может, еще чуть уже можем улучшить, да. Вот духи, чё-то дракон. При атаке с вероятностью 15% появляется силовой щит, который защищает персонажа в течение 5 секунд и поглощает до 10% от его максимального здоровья. При атаках, в результате которых появляется щит, вы теряете энергию. Нет, это нам не нужно. Землетрясение, 13 уровень. Я что-то там видел, было на 7 уровне, только я уже не помню, что. Это 10. О, уклонение от стороны слабого противника или неодушевленного предмета теперь наносит ему урон. О, это отлично. Снаряжение. Это мы не можем, дайте сейчас. Это мы тоже не можем. Это можем, это тоже не можем. Ну, в принципе, ладно, ребят, давайте на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если вам нравится эта игра, то ставьте больше лайков, чтобы я знал, что больше играть в эту игру. Спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.